Операция имеет своей основной, одной из главных целей, это защита, людей в Донецкой Народной Республике, в Луганской Народной Республике. В плане обеспечения их защиты принимаются меры, достигнуты определенные результаты от пронацистски настроенных вооруженных сил Украины, а также непосредственно от националистических элементов. Освобождены многие населенные пункты, обеспечена возможность людям приступить к налаживанию мирной жизни. Эта работа будет продолжаться до того момента, когда все цели специальной военной операции будут достигнуты. Ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищали. Historic funding, $13.6 billion, to address Russia's invasion of Ukraine and the impact on surrounding